Всем привет. Вот решил я сегодня сделать говядину. Точнее, мы решили. Вот, взяли говядину, согрели, духовочку включили. Говядина хорошая, мираторговская. Но впоследствии съемок оказалось, что кусок не очень толстый. Но это не помешало нам прекрасно все это съесть. Ну так вот, берем говядину, разрезаем пакетик, вынимаем ее оттуда. Три куска. Ну, не дешевое удовольствие, но тем не менее, в общем, иногда можно себе позволить. Это же говядина. А говядина очень нужна мужчинам, да и всем. Не только мужчинам. Так вот, три куска. Вот один такой толстый, вот этот вот, видите, кусочек так достаточно ничего. Но остальные вот эти два тонковаты, конечно. Тонковаты. Но мы их сделаем. Нагреваем сковороду или сковороду. Короче, сковородку. Раскаливаем. Сейчас туда нальем масло. Такого, которого не пахло. А предварительно мы сейчас выложили на салфетку кусочки, чтобы они влагу свою отдали, впитали. Они должны быть сухими. Ну вот, наливаем туда масло. Оно быстро начинает бурлить. Разогревается альтера. Вот. Сейчас кинем туда мясо. Кидаем мясо. Все практически в реальном времени. В общем, все это делается очень быстро. Потому что если говядина хорошая, а в общем мираторговская неплохая говядина. Вот мы сейчас ее запечатываем со всех сторон. И боковухи только тоже надо нам запечатать. Нагреть. Вот. С одной стороны сделали. Переворачиваем на другую сторону. Это все действительно в реале идет, поэтому, в общем, я решил сделать один раз в реальном времени, а то обычно там что-то там импровизируешь, там делаешь. Нет, как есть, так и есть. Ну вот, как вы видите, времени немного. Со всех сторон эти боковухи тоже. В общей сложности это получается, ну, порядка 3 минут. Не больше. Я не мог настраивать резкость, потому что издалека снимал, брызгалось больно масло. Вот, запечатали. По существу, в общем, все уже готово. Раз, раз, раз. Вот так. И говядинка вкусная была. Достаточно мягкая. Все. Отложили на некоторое время. Видишь, там бурлит масло. Такая вот красота получилась. Сделали нормальный салатик. Поперчили, посолили. Налили винца. Вино у нас было очень хорошее. Из Грузии привезли. Прекрасное сапирае. Так хорошо пошло с говядиной. Вот себе не представляете. Говядина получилась немножко с кровью. Она постояла немного так. Ну, практически все, все готово. Всем привет, приятного аппетита. Пока-пока, до свидания. Ого.